Здравствуйте, уважаемые подписчики, зрители канала Самогонщик с Урала. Сегодня решил снять видео снова о Браде в группе в одноименной в моей ВКонтакте Самогонщик с Урала. Один подписчик задал вопрос по поводу добавления солода в Брагу квасного. Вот у меня вот есть вот такой вот солод ржаной, ферментированный, 215 вот грамм остатки, дрожжи, сахар, дрожжи воронежские я использую, очень нравится, классно. Ну, будем делать, начнем как квас, сейчас делаем сусло. Так как делаем по аналогии кваса, значит, засыпаем квас. Добавляем сахар килограмм для сусла. Я думаю, пока достаточно. Оставшиеся дрожжи буду вносить завтра, также сахар, и добавлять в воду. Воды нальем для начала порядка 9 литров, чтобы запустить это все. Вода у нас из-под крана. Покупную либо родниковую воду не вижу смысла эти танцы с бубнами делать, потому что это все лишнее, не знаю, кем придуманное. Не знаю, какая будет брага, но квас будет отличный. Сбродим, посмотрим. Сейчас это все оставляем на ночь. Завтра продолжим делать. Прошло 12 часов. Идет брожение нашей закваски квасной. Сейчас вносим сахар, добавляем дрожжи, воды, и неделю брага будет у нас бродить. Сахар, как вы видите, я не инвертирую, потому что также считаю, что это танцы с бубном. Бесполезная работа, не дающая никакого результата. По сути, ну фигня. Это сугубо мое личное мнение, кому нравится. Плясать возле плиты, разводить сахар в кипятке, говорить, что это классно. Ну, вперед. У меня вот в теплой воде он неплохо разводится. Сейчас весь сахар разойдется, вносим дрожжи, убираем. Я думаю, за неделю готово будет. На этих дрожжах у меня обычно 7 дней. Так, сахар разошелся. Вносим дрожжи. Ну и вчерашнюю нашу початую пачку. Сахару 10 килограмм. Ждем результата. Прошло полтора часа. Гидрозатвор заработал. Брага наша забродила. Осталось ждать, когда будет готово. На этом все. Понравилось — ставим пальчик вверх. Подписываемся на канал.
и ждем продолжения эпопеи с этой брагой. Через неделю, как она будет готова, сниму видео о перегоне. Добавлю от себя ароматика кваса, а не браги. Обалденная. До свидания.